собрался ехать на работу. А где остальные? Они меня всегда провожают на работу, когда я иду. Вот каким-то образом чувствуют, когда я выхожу во двор, они слышат. И выходят. А Марсик, он же начальник. Ему не положено по мелочам выходить. Подумаешь, там хозяин пойдет на работу. Вот когда он с работы придет, колбасы привезет, тогда Марсик его и встретит. Стоп, 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 стоп! Ишь ты какая! Фух, вот так бывает.